Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем углубленное изучение крещения во Святой Дух. Мы говорили о втором переживании Святого Духа, то есть благословение или обещание Духа состоит из двух частей. В прошлый раз мы начали разбирать деяния апостолов, и мы увидели, что все, кто веровали, вначале рождались свыше, получая Дух внутрь, а уже чуть позже Дух Святой сходил на них. Так они получали силу для выполнения великого поручения от Бога. Важно понимать эти два этапа. То, что вы родились свыше, не означает, что вы должны останавливаться на этом. Да, прекрасно, что вы родились свыше, имеете близкое отношение с Богом, но если вы действительно любите Бога, то хотите исполнять Его волю на земле, быть в Его команде. Вы должны последовать Божьему призыву в вашей жизни. В этом вся суть великого поручения. Мы все исполняем Его, проповедуем Евангелие готовим учеников в соответствии с нашими дарами. Все мы должны быть посвящены великому поручению, а для этого нам нужна сила Святого Духа. Вы не получаете силу Святого Духа автоматически во время рождения свыше. Это отдельное переживание под названием «крещение во Святой Дух», Именно для этого мы и делаем эту серию программ, чтобы вы приняли эту силу, знали для чего она, и умели высвобождать ее в молитве и во время евангелизации. Сила высвобождается через наши слова, которые мы произносим под вдохновением Святого Духа. Мы рассматривали книгу Деяний. Любопытно, что в самом начале этой книги Лука пишет, в моем первом повествовании, то есть в Евангелии от Луки, Феофил я написал обо всем, что Иисус начал делать и учить. Следовательно, книга Деяния о том, как Иисус продолжил свое служение через церковь. То есть, книга Деяния рассказывает о том, что служение, которое начал Иисус в Евангелиях, продолжается Его церковью. Там описано, как служение. И Иисуса продолжалось. Я считаю, что деяние апостолов это модель для всех нас. Это пример или схема того, как Евангелие следует распространять, потому что те первые христиане буквально перевернули весь мир. Некоторые люди думают, что деяние это лишь особенный период, который сейчас не актуален. Но сам Иисус в Евангелии от Иоанна 14 главе, 12 стихе, сказал так. Верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если мы делаем те же дела, что и Иисус, то это доказательство того, что мы продолжаем Его служение. Оказывается, мы можем делать что-то большее, не потому что в чем-то лучше, а потому что благодаря Его смерти и воскресению, мы теперь можем творить еще более великие дела. Помогать людям родиться свыше и креститься во Святой Дух. Во времена Иисуса это было невозможно, потому что Иисус еще не умер и не воскрес. Новый Завет еще не начал действовать, поэтому мы не могли родиться свыше и принять Духа внутрь, а потом еще и креститься во Святой Дух. Это стало доступно позже. Итак, мы должны продолжать служение Иисуса и даже делать более великие дела. Эти слова Иисуса применимы не только к нескольким годам, но ко всей эре церкви. Следовательно, глядя на деяния апостолов, мы видим, как все должно быть мы уже начали разбирать эту книгу. Поэтому давайте быстро повторим то, что мы уже знаем. Во-первых, мы видим эти два этапа в жизни Иисуса. Он родился с Духом Божиим внутри, и благодаря этому он прожил идеально святую жизнь. Но до 30 лет он не совершил ни одного чуда. А когда он крестился в воде, он был крещен и во Святой Дух. Тогда Дух сошел на него наделив Его силой для служения. Так это было с Иисусом. Затем мы видим то же самое в жизни первых христиан, апостолов. После своего воскресения Иисус явился им. Он дунул на них и сказал, «Примите Святого Духа». Тогда они приняли Духа внутрь, то есть родились свыше. Затем Иисус начал готовить их к схождению Духа на них, чтобы получить силу для служения. Это произошло через 50 дней. Им понадобилась особая подготовка, потому что принятие силы Божией требует Повиновение Богу, принятие Его миссии, а также подчинение вашей души и вашего тела, чтобы Дух Божий мог сойти на вас. И сегодня вы увидите, что Дух сходит и на ваш язык, и вы можете говорить на иных языках слова, которые дает вам Дух. Теперь вы под силой Святого Духа и можете сами высвобождать эту силу через проповедь Евангелия и молитву. Для вас самих и ваших личных отношений с Богом вам достаточно лишь Духа внутри, но для служения, чтобы благословлять других людей, вам нужен Дух на вас, чтобы вы были полностью эффективны. Итак, Иисус 40 дней готовил своих учеников к исхождению Духа на них. Затем в книге «Деяния святых апостолов» первой главе мы читаем в четвертом и пятом стихе. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». То есть что-то есть, чего они еще не получали, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Он говорит о том, что произошло потом на Пятидесятницу. Дух Божий сошел на них и называет это крещением во Святой Дух. А затем он описывает это событие, и его цель в Деяниях, первой главе, восьмом стихе. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». То есть цель Духа Святого — на вас. Это получение силы или дунамиса, что означает потенциальную энергию. После крещения во Святой Дух — сам Дух Святой останется на вас, как Он был на Иисусе. Он никуда не денется, но Он может быть в спящем режиме, потому что Дунамис — это потенциальная энергия. Как и в случае с динамитом, вам нужно поджечь фитиль, чтобы дать выход этой энергии. А как мы поджигаем фитиль или активируем эту силу? Своими словами, когда мы говорим на языках. Так мы активируем эту силу, а еще она активируется, когда мы молимся и проповедуем Евангелие. Когда мы в вере молимся за больных. Это тоже высвобождение Дунамиса, силы Божией, которая на нас. Но для начала нам нужно принять эту силу. Мы принимаем ее, когда Дух Божий сходит на нас. Еще эта сила дана нам, чтобы прославлять Иисуса. «И будете мне свидетелями, даже до края земли». Эта фраза ⁇ краткое описание всей книги Деяния. Вначале они должны были свидетельствовать в Иерусалиме. Это мы видим во второй главе. Потом Самария, а потом до края земли. Именно так и развивались события в деяниях апостолов. Итак, через 40 дней Иисус вознесся на небо. А девять дней спустя наступил день Пятидесятницы. Мы читаем, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. В тот день было очевидно то, что обычно видно только в духовной сфере, а именно, на них сошел огонь Духа Святого. Таким образом, Дух Святой был активирован. Причина, по которой этот свет засиял из них указано в четвертом стихе. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть, внутри они подчинились воле Божией в том, чтобы стать посланниками Евангелия. Благодаря этому подчинению Дух Божий смог наполнить их, сойти на них, в частности, на их языки, потому что язык это выходное отверстие для сердца. И они начали говорить на иных языках, как Дух давал им говорить. Больше об иных языках мы поговорим в других выпусках данной серии. Итак, сила Духа высвобождается когда мы говорим на языках. На тех людях был огонь Божий, а также они начали пророчествовать. Так их свет засиял в этом мире. И теперь они были готовы. Они получили силу и были готовы проповедовать Евангелие силой. Так они перевернули весь мир. Как мы видим, их опыт со Святым Духом состоял из двух этапов. В день воскресения Иисуса они получили Духа внутрь, а через 50 дней Дух сошел на них. Так они были полны Духа. Затем, как мы знаем, Евангелие распространилось в Самарию. В восьмой главе мы видели, как Филипп проповедовал Евангелие Самаринам. Они приняли Слово Божие и были крещены. Следовательно, они точно были спасены. Все это описано в восьмой главе. Но они еще не были крещены во Святой Дух. Там так и сказано, они приняли Христа. Они имели Духа внутри, но они еще имели Духа на них. Им пришлось звать Петра и Иоанна, чтобы те пришли и помолились за них. После этого Дух Святой сошел на них. Слава Богу! Как видите, у Самарин это тоже было в два этапа. В этом нет никаких сомнений. То, что вы приняли Духа, когда родились свыше, не означает, что Он еще и на вас. Вот давайте прочитаем этот отрывок из 8 главы Деяний. Это отрывок с 14 по 17 стих. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, Внутрь или на них? Ответ в следующем стихе. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Мы знаем это, потому что крещение во Святой Дух — это весьма зрелищный опыт. Когда вы принимаете Духа внутрь, никто этого не видит. Это происходит верой. Это вполне реально для того человека, с которым это происходит, но нет никаких внешних подтверждений, потому что это происходит внутри. Но когда Дух сходит на человека, то доказательством является говорение на иных языках. В 16 стихе сказано, ибо он еще не сходил ни на одного из них. Из этого видно, что это нечто зрелищное. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть Сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Это было чем-то явным, поэтому Симон был так впечатлен. Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия». Это следовало перевести как высказывание. Иными словами, Петр говорит, нет тебе части в этих высказываниях. А это говорит о том, что все те самарине начали говорить на иных языках, как дал им говорить Святой Дух. Именно этого так желал Симон. Он хотел делать так, чтобы люди говорили на иных языках, как видите, у Самарин был отдельный опыт со Святым Духом после принятия спасения. Это крещение во Святой Дух было явным и имело внешние проявления в виде иных языков. В 9 главе мы видим апостола Павла. Он спасся по дороге в Дамаск. Он принял Иисуса своим Господом и сразу же спросил у него, что ему делать. Он хотел сразу же попасть в команду Иисуса. Раньше он был главным противником Иисуса, а теперь он хотел попасть в правильную команду. Бог начал готовить его к служению, предупредив его, что ему придется страдать. Три дня он был слепым, а потом к нему пришел Анания и сказал, «Брат Сабл, это говорит о том, что он был спасен». Анания сказал, Господь Иисус послал меня, чтобы ты исполнился Святого Духа. То есть Павел был спасен, но еще не исполнился Святого Духа. Объяснение того, что такое исполнение Духом, находится в деяниях второй главе. Там люди заговорили на иных языках. То есть, через три дня после своего спасения апостол Павел был крещен во Святой Дух и заговорил на иных языках. Мы знаем, что Он много говорил на языках, потому что в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 18 стихе, он пишет так: Благодарю Бога моего. «Я более всех вас говорю языками». Очевидно, что Павел все же получил дар иных языков. Затем в 19 главе мы читаем о том, как Павел прибыл в Ефес. Там он нашел учеников и спросил у них, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» По одному же этому вопросу можно сделать вывод о втором опыте со Святым Духом, если бы автоматически крестились в Святой Дух во время рождения свыше, то зачем Павлу задавать этот вопрос? Это бессмысленно. Очевидно, что схождение Духа на вас — это отдельное переживание, которое происходит после спасения. Почему-то у Павла сложилось впечатление, что эти ребята не были полны духа, поэтому он задал им тот вопрос. Они ответили, что даже и не слышали о Духе Святом. Тогда Павел начал понимать, что хотя они и крещены, на самом деле они еще не были спасены. Поэтому он спросил, во что они крестились в Иоанново крещение. Теперь все стало на свои места. Они были учениками Иоанна Крестителя, но еще не приняли Христа. Если бы их крещение было христианским, то они слышали бы о Святом Духе, потому что христиане крестят во имя Отца, Сына и Святого Духа. Так Павел понял, что им нужно услышать Евангелие. Он проповедовал им, а потом сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Теперь они точно были спасены. Они спасены. Они еще не были крещены во Святой Дух. Мы знаем об этом, потому что потом они крестились в воде, и только после этого Павел возложил на них руки, и крестил их во Святой Дух. Тогда Дух Святой сошел на них. Дух внутри они имели до этого крещения. А потом Дух сошел на них, и они начали пророчествовать и говорить на иных языках. И снова крещение во Святой Дух было подтверждено говорением на иных языках. А сейчас переходим к десятой главе. Ее я оставил напоследок. Эта глава также известная как «Языческая Пятидесятница». Это был первый случай, когда язычники в Самарине вообще были наполовину евреи. А это были чистокровные язычники. Бог послал Петра проповедовать им. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Словом верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Евреи этого не ожидали. Итак, здесь Дух Святой сошел на людей, но каким было доказательство, которое приняли апостолы? Тут сказано, «Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». Этого доказательства Петру было достаточно, чтобы понять, что те люди были крещены во Святой Дух. Речь о говорении на иных языках. Итак, крещение во Святой Дух подразумевает говорение на иных языках. Ваше переживание было неполным, пока вы не подчинили свой язык Святому Духу. Только тогда считается, что он полностью сошел на вас. Это похоже на надевание пиджака. Вы можете лишь немного накинуть его на себя, но пока вы не наденете его полностью и не позволите этому пиджаку полностью окутать вас, нельзя сказать, что пиджак полностью на вас. Только имея иные языки, вы можете заявить, что вы были крещены во Святой Дух, Далее Петр говорит, что этих людей нужно крестить в воде. Любопытно, что Петру пришлось объяснять евреям, почему он крестил тех людей. Это было весьма радикальное заявление о том, что теперь язычники приняты Богом наравне с евреями. В следующей главе он объясняет, что произошло. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. в начале». В начале эры церкви была Пятидесятница, и как Дух Божий сошел на них на Пятидесятницу, и все они заговорили на иных языках, так же случилось и с язычниками. Дух Божий сошел и на них. Затем Петр говорит, «Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». То есть, речь идет именно о крещении во Святой Дух, а не о рождении свыше. Именно это и произошло с ними на Пятидесятницу. Это доказывает, что события во второй и десятой главах — это крещение во Святой Дух. Хотя мы говорили, что это два разных опыта, в этом конкретном случае мы видим, что крещение во Святой Дух произошло практически во время рождения свыше. Однако, Однако это все равно было два разных опыта, которые произошли один за другим. Такое тоже возможно. В других случаях между ними были минуты или даже дни, но здесь они произошли один за другим. Они поверили в своем сердце, приняли Христа, и сразу же на них сошел Святой Дух. Наличие двух этапов подтверждается словами Петра, обращенными к Первому Церковному Совету в Деяниях 15 главе. Там говорится о том, стоит ли принимать язычников, как равных членов церкви наряду с евреями. Петр встает и говорит, «Да, мы их принимаем». Почему? Потому что я был там в 10 главе, и сам Бог принял язычников, наполнив их Святым Духом. Если Бог принял их, то, конечно же, и мы должны их принять. Деяние, 15 глава. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, «А вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог, зная, что они верой приняли спасение, дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам» и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Возможно, нам не до конца понятны слова Петра, но на то время это был неоспоримый аргумент. Петр говорит здесь очень глубокую мысль, но чтобы его понять, вы должны знать, что каждый человек может пребывать в одном из трех состояний. Во-первых, нечистой. Это негативное положение из-за греха. Соответственно, грешник нечист, затем идет чистое. Только кровь может очистить нечистое. Так человек переходит из негативного состояния в нулевое или нейтральное. Чистое также называют обычным. Итак, негативное состояние нулевое, а потом идет позитивное или святое. Единственное, что может сделать чистое святым, это Дух Святой или масло, как символ Святого Духа. Помазание маслом делает что-то или кого-то святым. Святым можно сделать только чистое, очищенное кровью. Если что-то нечистое, то его нельзя сделать святым. Нельзя помазать маслом что-то нечистое. Это ничего не даст. Вначале нужно очистить это кровью и только потом нанести масло и сделать святым. В Ветхом Завете чаще всего помазывали кровью, а потом маслом. Кровь очищает, а масло делает святым. Недостаточно быть очищенным. Нам нужно стать святыми. В Деяниях 15 главе Петр говорит, что тот факт, что язычники были помазаны Святым Духом, и это было сделано так очевидно, доказывает, что Бог очистил их сердца. Если бы они были помазаны Святым Духом только внутри, то это можно было оспорить, поскольку это не было бы очевидно. Но то, что Бог помазал их Духом еще и сверху, доказывает, что они получили и масло, и стали святыми. То есть Бог принял их. А если Бог сделал их святыми, то вначале Он должен был очистить их сердца через веру. Когда они поверили в кровь Иисуса, их сердца были очищены. Они стали чистыми и были приняты. Так они получили Духа внутри и на них, и сделались святыми. Это доказывает, что Он очистил их сердца, они переродились через веру в Евангелие. Поэтому Бог и принял их полностью. Когда мы верим, мы очищаемся кровью, а потом отделяемся для Бога духом внутри нас. Затем Дух Божий проявляется в нас открыто, сходя на нас. Тот факт, что Дух Божий сошел на них, доказывает, что они были прощены, рождены свыше и приняты Богом. Бог проделал эти два этапа один за другим, чтобы показать, что Он принял язычников. И евреям ничего не оставалось, как тоже принять их. Это был ключевой момент в истории церкви. Наше служение проходит каждое воскресенье в Чейни Скул Холл Хэддингтон, Оксфорд.